Здравствуйте! Вы на канале Зеленые питомцы. И сегодня ко мне приехал вот такой смешной карапуз. И этот пузатый суккулент тоже сансевьерия. Сорт называется Инти. Она относится к сансевьериям цилиндрика. Вот это материнское растение, а это его деточка. Именно эта разновидность отличается своей формой и размером. Растет в форме веера. Листья короткие, цилиндрические, как толстая палочка с заостренным концом. Расположены супротивно друг другу. Желоб есть, но он только в начале листа, и на него ложится верхний листочек. И так они растут по очереди то в одну, то в другую сторону. На ощупь санса шероховатая, матовая, имеет четкие темно-зеленые продольные полосы и как размытые поперечные. Сейчас я ее посажу в такой прозрачный горшочек, чтобы наблюдать за развитием корневой. Пусть она сначала хорошо приживется, нарастит побольше корней. И думаю, уже ближе к весне я ее пересажу в красивый горшочек. Детку пока не отделяю. Во-первых, она еще маленькая. А во-вторых, она очень удачно расположилась возле материнского растения, что мешать друг другу они пока не будут. Грунт для сансевьерии у меня все тот же. Я просто мешаю универсальный субстрат с перлитом и вермикулитом для рыхлости. И на дно горшка кладу керамзит.